Здравствуйте, перед вами представлен порошковый дозатор модели ND500P3. Порошковый дозатор рассчитан на фасовку как мелкого продукта, допустим, порошка, так и более крупного, как, допустим, чай. От 0,5 грамма до килограмма. Так как у меня сейчас весы медицинские, особо точные, 100-граммовый максимальный вес, я решил взять 45 грамм. Ну, давайте я вам продемонстрирую, как работает данный дозатор. Обновляем. Естественно, у меня порошок, так что у меня немножко он пылит. Как вы видите, 45,4. Машина стоит процессор, который со временем, естественно, это все еще калибрует процент погрешности. 45,2, второй два раза подряд. Машина со временем, конечно, калибруется, у нее стоит процессор. Сейчас он должен наберет. 45,3, 45,2. То есть, грубо говоря, на 0,2. На 2,5 машины, что для порошка это очень высокая точность. Засыпать сейчас стоит чай, там агрессивности почти не будет. Всем спасибо, до свидания.